В тот раз не слетел, и в этот не слетит. Даже у мужиков и у девушек, ну, все время что-то слетает. Я не знаю, зачем я вообще согласилась на эти коллаборации. Поправили купальник. А вот вернулись все! Друзья, всем привет! С вами Вадим Акваблогер и... Маша Майва! Друзья, наш предыдущий с ней ролик набрал более 2 миллионов просмотров, и вы набрали также 115 тысяч лайков, потому что мы сказали, хотите ли узнать, слетит ли купальник под водой. Друзья, мне, если честно, даже немножечко стыдно за вас. Ну, раз уж пообещали, нужно выполнять. Ты готова? Никогда не готова, а теперь точно не готова. Но сегодня придется еще раз повторить прыжочек с 10 метров. Ну, пошли, давай. Я надеюсь, в этот раз будет быстрее. Ну, Маша меня, друзья, реально постоянно удивляет своей смелостью. Ну, ладно, погнали. Блин, ты не поверишь, но мне опять страшно. И это всего лишь трешка. Просто проблема в том, что тут глубина бассейна около 4-5 метров. И видно дно, и такое ощущение, как будто ты падаешь прям на дно бассейна, а не на поверхность. Че, Маш, как думаешь, слетит ли купальник с 3 метров? Да нет, не слетит. Ну слушай, в тот раз не слетел, и в этот не слетит. Вот в пятерке он уже начал слетать, поэтому я думаю, что нет. Надо просто прыгнуть быстрее, потому что я реально стою, и я слетаю, где всего 3 метра. Ну что, у нас по плану 3, 5, 7, 10. Ну или как там получится? Я просто не... Слушай, ты уже с десятки прыгала два раза в прошлом ролике, поэтому я не верю, что у тебя что-то не получится. Никаких отговорок. 115 тысяч лайков, 3 метра. Поехали. Страшно, я не могу, господи, да что такое, это всего 3 метра. Не слетел. На самом деле, на соревнованиях по прыжкам в воду и даже на Олимпийских играх очень часто случаются пикантные ситуации. Немножечко, так сказать, ну, бывает. При прыжках в воду с 3 метров, конечно, такое практически не случается. Но с 10 метров даже у мужиков и у девушек, ну, все время что-то слетает. Что такого? Но прямой эфир есть прямой эфир. Олимпиады, чемпионаты мира. Ну, что тут поделаешь? Вот с 5 метров, мне кажется, уже все-таки должны быть какие-то подвижки. Я думаю, что кто-то там, с той стороны экрана, уже готов. Лайки, да. Лайков, чтобы все слетело к чертям собачьим. Комментарий прям пишет уже. Я вижу, сейчас, вот я знал, что на этой секунде слетел, уже рука занесена над энтером. Ну, давайте сейчас просто посмотрим, что получится. Вот буквально на последних Олимпийских играх в Рио у спортсменки также на заднем прыжке слетел опять купальник. И несмотря на то, что вода была зеленой и мутноватой, что-то там случилось у них с фильтрами, все равно камеры в прямом эфире углядели такую пикантную ситуацию. Такой вот кадр получился. Я просто хочу прыгать. Я не знаю, зачем я вообще согласилась на эти коллаборации с прыжками. Делать мне нечего. Я готова. Не готова я ни хрена! Поправили купальник. Как страшно, да господи. Блин, капец, почему опять так страшно? Я не понимаю. Вот прям, знаете, я когда стою и готовлюсь прыгать, у меня вот в этот момент мышцы, как будто бы они просто атрофируются, и я не могу вот так вот сделать вверх. Я вот... Маша, ну ты же проходила и 7, и 10 метров. Это каждый раз как первый. Там Вадим уже не может встать в воде. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну? Сопельки только вылезли, купальник на месте. Друзья, кстати, не забывайте подписываться на мой инстаграм, ссылочка в описании. Поверьте, там есть на что посмотреть, фотки с бэкстейджей и очень много-много всего интересного. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные сочные видео. Вот. Я не знаю, ты меня понимаешь прекрасно или не очень. Я не понимаю, как Гордей с великом прыгал. Так, это все равно прыжок всегда будет неприятно, что такое. Так, 5 метров и 10 метров. Ну, что такого страшного? Ничего страшного, я просто прыгаю.
Многие, кстати, ошибочно считают, что прыгуны в воду с больших высот, с 27 метров, одевают двойные плавки специально для того, чтобы они не слетели. Хотя, знаете, отчасти это правда. Бывали случаи, когда первые плавки на спортсмене просто разрывались. Есть такая фотография. Реально, чувак прыгнул с 27 метров, и первые плавки просто разорвало. Неприятная ситуация, согласитесь. Нет, все-таки второй раз это страшнее. Еще. Ну что, друзья, вы сами все видели. 10 метров есть 10 метров, купальник слетает только так. В общем, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Машин канал, где мы сняли видос с наручниками. Пишите комментарии, ставьте лайки и смотрите эти видосы. Всем пока!